Ух ты, и снова я. Александр Криволов, печенек, ребят. Мальва. Мальва красного цвета. Красавица, да? Еще полностью нас зацвела. Ну, скоро зацветет полностью. Смотри, какая красавица. Красная красавица. Мальва разводится семенами. Чтобы получить раннее цветение, нужно развести, посадить рассаду где-то в январе месяце. Посеять семена на рассаду. И когда пригреет солнышко, станет устойчивая погода, это где-то в мае месяце, высаживать в открытый грунт. Май-апрель или апрель-май. Высаживать в открытый грунт мальву. Разводится семенами. Ну, самый лучший способ, я же говорю, развести рассадой. Разводить рассадой. Ну что, идем далее. Опа! Есть ротики желтые. Желтые. Здесь такие. Смотри. Это все будет самосевом. Многолетники. Это все многолетники. Идем далее. Чернобрывцы. У нас низкорослые. Здесь растут низкорослые чернобрывцы. Разводятся семенами. Настает погода теплая. Жена высевает прямо на огороде. А потом берет, рассаживает. Смотри. Цвет красивый, да? Нравится мне. Идем далее. Опа. Ай. О, майоры. Наши майоры. Смотри. Майоры или циния. Тоже разводятся семенами. Здесь полные майорики. Семенами. Жена высевает. Вот. Полоску посеяла. И потом прорываем. Сашку заставлять прорывать. Но в этом году она сама прорывала. Я не прорывал в этом году. Смотри. Красавица, да? Майоры или циния. А вот, ребята, красавица. Мальва белая. Мальва белая. А здесь рядышком кремовая. Не знаю, передает тут камера или нет. Это мы все сеяли с одного пакетика. Купили пакетик и посеяли в январе месяце на рассаду. Рассаду мальвы. И когда стала устойчивая теплая погода, высеяли в открытый грунт. А в одном пакетике были белые, красные, ну, кремовые, мальва цветом. Разводятся семенами. Смотри, а этот пышный куст. Смотри, какой. Цветет очень красиво. Будто розочка. Мальва белого цвета.
рядышком чернобрывцы, там ротики. Это кремовая, смотри. Кремовая. Я не знаю, передаст камера кремовую. Или нет. А? Ну, видно. Здесь кремовая, а здесь белая. Чисто белая. Мальва. Мальва, мальвочка. Пойдемте. Смотри. Да. Дом дали. Чернобрывцы. У нас почти на всем огороде чернобрывцы растут. Ротики. Мирабилис ялапа. Или ночная фиалка. Тоже разводится семенам. И мы ее не сажаем. Она идет на самосевом. У нас желтая и, по-моему, красного цвета. Но здесь растет только желтый цвет. Желтого цвета. Чернобрывцы. Смотри. Чернобрывцы. Насеяла маты. Чернобрывцы. А вот смотри. Смотри. Красная мальва. Мальва красного цвета. Или розовый, или красный. Розовый, наверное. Это все с одного пакетика. Белые, кремовые цвета мальвы. Там было написано разноцвет. Разных цветов мальва. Красиво. Здесь рядышком заячья капуста растет. Все по чуть-чуть. И получается, красота. А здесь рядышком петрушка. Посеяли петрушечку. В цветах растет петрушка. Чернобрывцы. Красавица. Здесь майоры цини. Красные. Да, досталось этим майорам 22-23 мая, когда был заморозок, и нас майоры циния взошли. Некоторые пропали, некоторые цветут, остались. Но больше осталось, чем пропало. Смотри. Вот так. Ни капелька росы на цветочках. На майориках капельки росы. Вот такого цвета. Такого.
Наверное, плохо будет видно. А так далее чуть-чуть. Ну что, снимать можно долго. Наблюдать можно долго за цветами. Ну, пора мне уходить, выключаться. Мое рецинья разводится семенами. То посадим, посеем на огороде полоску. Одну, две, три. А потом жена рассаживает. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволов. Печенеги. Пока-пока, ребят.